Присаживайтесь. Приятного вечера. Спасибо. Вов. Здрасте. Откуда здесь нарисовался форсаж Алима, а? Бизя, ты что понтуешься, а? При дамах. Так, стоп, 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 пацаны. А ты щетинин в следующий раз глаза разуй. Не узнает. Не узнает. Славка! Костян? Костян! Да как что? Да вот так. Давай, 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 пересаживайся, стой, девчонки. Девушки, переезд. Присаживайтесь. Давай. Ну что, останетесь? Скажи спасибо, что я тебя с утра не принял. Ты что, справа, как зовут? А тебе какая разница? Они же одинаковые. Так, это знакомьтесь, значит, Люба, Люда. Или, ну, там, этот, Эдик, Косик, это кореш мой. Вот. Значит, Вячеслав, если кто забыл. Владимир. Ой, а вы сестры? Нет, братья. Я стесняюсь спросить, вы с какого района? А ты куда пакет делал? Когда же получается, что мы соседи? Милицию отдал. Такое. Соседи. Смешно. Так. Хлоп! Шелёв! У меня единственная комната. Это полный вышак. Такая вещь, я вам кричу. Так вы что, слышали? Да, да. Так, все. Красавица, королева моя, нас спасут только танцы сегодня. А я? Я дико извиняюсь.
Неплохо. Я стараюсь. Может так? Интересно. Или все-таки так? Мне кажется, вот так было лучше. Не боишься? Темноты? Зря. Не понял. А в чем, собственно, дело? Дело все в том, что это сладкая моя. Всей моей жизни любовь. А ты смешно ее в койку. А. И как теперь? Ну, ты хоть как с ней? Хоть с удовольствием? Да так ведь не было ничего. А жаль. Да ты шо? Справку можешь принести? Ага. Разрешите? Вскочил на чужое. Плати. Таких наглых лечить надо. Главное, на пляже в лес. Так у себя дома. Здесь так нельзя, сынок, чтоб без спросу. А то, если каждый сам по себе начнет шухарить, это уже бардак получится. Я не один. Люди за мной. Люди. Говорит, за ним люди. Гонит. Я отвечаю. Ну и кто? Заявляй. Говори. Я скажу, страшно станет. Хамить не надо. Боссман, надави. Полегче, ребят. Да ладно. Ну и кто за тобой? Цимбал? Или, может быть, Гуцул? А может, сам купец за тобой? Купец за мной. Купец, отвечаю. Опять полночный свет, в душе тревоги след, но выход есть сейчас и здесь, ведь ты летишь навстречу ветру, ведь ты летишь навстречу ветру. Вот. Водица такая ласковая. Это что-то. Лёнь. Здорово. Скупнулся бы, зяма. Не пожалеешь. Не-не-не, в другой раз. Лёня, извини, что дёргаю. Тут такое дело, что даже неудобно. Неудобно? Неудобно знаешь что? Когда сын на соседа похож. Слушай, какой-то залетный фраер московский, я его первый раз вижу. Он говорит, что тебя знает. Шалишь? Столица. Лесник. Шалим, по малеху. Не узнаешь? Мама моя дорогая, племяш,
Костя! Ребят! Эй, здорово! Ох, бродяга, вымахал как! Эх ты! Ну, а что делать? Зарезать могли. А так, думаю, вдруг соскочить получится. Нехило. Мой шаг. Ну, а мама как? Нормально. Фотки есть? Угу. Покеш. Это на майске. Да. Такая же красавица. Замуж вышла. Водка же стынет. Идем, Гомер. Да, шикарные очки. На. Не, дядь Леня, тебе подарок. А у меня еще одни есть. Ух ты! Спасибо, племяш. Это же не очки, а фонтан. Слушай, когда ко мне переберешься? Не по-людски получается. Дядь Лёнь, да я с ребятами договорился. Да понятно, девочки, пиво, гулянки. Гроши есть? Найдется. Смотри, Костя, осторожней. А то тебя Окс развел на Алусе, как и шали. Ну, вылитый батя. Одно лицо с Жоркой. Серьезно, говорю, Костя, осторожней, не фулигань здесь. Одесса город такой. Не для лохов. О, я точно. Давай, Костя! Неси, прыгай! Костя, а может не надо? Все, Володя, не торопись, я первый. Чахлый! Я тебя когда-нибудь в натуре отсюда сам сброшу. Не, меня нельзя, я против насилия принципиально. Слушай, Костян, если бы это не дядя Леня был, это ж чистой воды совпадение, что бы было бы? Да без понятия. Придумал бы что-нибудь. А дядя Леня, он что, такой деловой? А ты шо, мне б такого дядю. Он второй после Панаса в городе. Панас, ты кто? Панас первый. Как первый? Так это, первый. Он вопросы в городе решает. Иван Франко. На варну поплыл. Говно плавает. Корабли ходят. Представьте, да, там люди стоят на палубе, смотрят, а потом в свои каюты спускаются. Полный кайф. Он до варны всего 2 дня идет. Оттуда в Стамбул, в Афины. Знаете, пацаны, я, наверное, свалю отсюда. В смысле? С Союза. Навсегда. Как это? Да пока не знаю. Может, на нем? Ты что, дурак? Ну а что, куплю путевку и привет. В прошлом году один сухогруз прыгал, хотел в Турцию бежать. Так на него свои же малявы накатали. Так что могут и повязать.
не повяжут, Володя. Ну, если ты маляву не накатаешь... Шо? А что? Да ты подумай. Капитана дадут. Ну ты гнилой. Вовка, да я пошутил. Что ты на него погнал-то? Знаешь, я бы уехал. When the same will be seen. My favorite state, California. I love you, blue coast, it's true. I pray and I pray. America, I miss you. Так валим вместе. Ты шутишь? Да нет, серьезно. А куда я своих дену? Их же с собой ты не потащишь. И что, ты маму тут оставишь? Оставь! Ты что думаешь, что мы с тобой цацкаться будем? Мы цацкаться не будем. Мы быстро. Здрасте. Гостям фантомас разбушевался. А как обычно? Полицай! Открывай, я сказал! Он думает, что мы не помним. Мы все помним. Ничто не забыт, никто не забыто. Я лично. Я скажу Ваня дома. Ну что у меня опять тянете? У меня суставы. Эмма, вы такая. Вы меня роняете. Эмма, такая симпатичная дама. Пошли спросим за комнату. Так, может, не надо? Он же пьяный. Ну и шо? Он всегда почти пьяный. Тетя Рая, скажите. Это цирк у нас каждый день. Так что занимайте места в партере, мужчины. Не стесняйтесь. Борис Аркадьевич, мы... Все, дрыхнет. Не успели. Слушай, а чего он шумел-то? Да он как напьется, начинает с полицаем разбираться. С полицаем? Ну, полицай. Ну, муж Эммы. Иван Никифорович, ну, из вашей квартиры. Так он что, правда полицаем был? Конечно, правда. Его немцы мобилизовали, когда он пацаном еще был. Но он никаким карателем, конечно же, не был. Он в порту эшелон охранял. И сейчас тоже там же работает. Стрелком на станции. Женился на Эмме, ну, у него сын Валек. Больной на голову. В смысле? Ну, слабоумный. Ему 21, а мозг как у пятилетнего. Мозг уверни. Борис Аркадьевич, просыпайтесь. Я по делу. Это кто? Это я, Эдик. А это Костик Волошин из 12-й квартиры. Помните? Здравствуйте. Музыку сказал. Верни. Борис Аркадьевич, Косте нужна комната. На месяц. Недорого. И шо? Может, вы сдадите? Зачем? За деньги. Вам же нужны деньги. Мне? Угу. Не. Мне радость нужна. Пошли.
такое жилье? Там. Где? Там. Где там? Там, в будуаре. Я хочу не трогать руками. Что не трогать руками, Борис Аркадьевич? Ничего не трогать руками. За радость. Удобно, скажи. Надо вошел, надо вышел. А то, если замуж буханул, так колотить сколько влезет, не добудешься. А так удобно. На. Ну, располагайся, я пойду. Куда? Да я же надомник при ателье. О, вроде сам по себе, а все равно план делать надо. Эд. Эд. А. Спасибо. Да не стоит. Заходи потом, поищем тебе вещички переодеться. Раз, два, три. Екатерина Андреевна, у вас телефон, срочно. Межгород. Здравствуйте. Алло. Мам, привет. Это я. Костя, ты где пропал? Пропал? Я с ума схожу тут. Да никуда я не пропал, мам. Просто командировка срочная. Какая командировка? Что ты мне врешь? Я в институте была. Милицию. Милицию на уши поставила. Мам, зачем милиция? Как зачем? Тебя нет. Что я, по-твоему, должна была еще сделать? Мам, ну просто так вышло. Я пытался тебе позвонить. Слушай, ты главное не волнуйся, хорошо? Что значит не волнуйся? Ты где вообще? В Одессе. Как в Одессе? Мам, слушай, я приеду, я тебе все объясню. Костя, ты дядь Леню видел? Видел? Ты ему... Что? Ты ему про папу не говорил? Нет, мам. Не говори, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Ну, ладно. Мама. Слушай, мам, я говорить не могу. Давай я тебе попозже перезвоню. Все, пока, целую. Алло, Костя? А что вы смотрите, Эдя? Давай. Ты что делаешь? Давай. Хватайте его! Что вы смотрите? Постановку? Про цыган, что ли? Кино. Это цыгане, Костя? Да не, это индейцы. А чего они так кричат? Дерутся. Давай. У нас цыгане всегда дрались. Давай. Костик, мне Борька водку. Бабушка. Что бабушка? Давал пить? Фира Соломон, я вас умоляю, заткните фонтан. Да нет, не давал. Будет давать, так ты не пей. Да я не буду. Видок вес. Пока он был морвихер, так хоть не пил. А потом Томочку схоронил и стал фотографом. Морвихер? А кто такой морвихер? Я сказала, кто. Борька. Нападем с разных сторон. Вперед! Со мной!
Зачем? За счастьем. Интересно, как ты меня нашла? Сердце подсказало. А я так и подумал. А Окс с боцманом за дверью стоят? Нет, наверное, попозже подтянутся. Так давай их позовем. Здрасте. Богиня. Валек, ты держишь его, а? Ты ё-моё. Гонщик! Ау, я сплю. Я вижу. Просто мне интересно, а что это вы ночуете здесь, а не у себя дома? Доброе утро, Борис Аркадьевич. Я извиняюсь, молодой человек. Вы откуда? Так... Что? И вы сами сказали, что я могу пожить, ну, в этом, как его, в будуаре. Я вот деньги приготовил. 25 рублей. Я могу еще, если нужно. Меня деньги не интересуют. Чтоб вы знали, у меня столько денег, что можно стены оклеить. Меня интересует, вы Костя, сын Кати и Жоры? Сын? А, я подумал, что вы страшно похожи на Жору. В таком разе можете жить сколько надо. Борис Аркадьевич, спасибо. Я извиняюсь. А что, Жора, как он? Я не знаю. С тех пор не знаете? Играете? Что? А, да, баловался. Это давно было. Это я так. Раскладывал на удачу. Смешно. Зачем старику удача? А вы что, играете? Я неплохо играю. Прям-таки неплохо. Можно сказать, профессионально. Да шо вы говорите. Ну, хотите, сыграем. Без интереса? Наверное, без интереса не играете. Да, конечно, без интереса. Просто так. Ну? Что вы нукаете? Я думаю. Смотрю. Короля. Ну как? Все просто. Просто? У меня три дамы, у вас три короля. Это просто? Я вам скажу, у вас работает голова. Не только голова, Борис Аркадьевич. Смотрите. Конечно, когда вы такое делаете, я пас. Да, когда талантливый человек
то я сломаю шляпу. Вы, наверное, долго тренировались, да? Раньше так не могли. Раньше вот так могли. Но то было раньше. Здрасте. Маечка. Это что такое? Косик, Маечка пришла. Я спрашиваю, это что такое? Где? Вот это что это? Это? Это. Это мы так. Познакомься, это Константин. Очень приятно. А мне не очень. Опять, да? Что опять? Что сразу опять? Я не понимаю этого опять. Я тоже. Вас вообще никто не спрашивает. Куда ты их? В мусорку. Все из-за вас. А я при чем? А это что такое? Кабачки Фира дала. Дед, ты маленький, они ж с уксусом. Маечка, как могут быть кабачки без уксуса? Тебе ж нельзя с уксусом, ну, баба Фира, я ей устрою. Что их мусорку? Такие хорошие. Я тебе там сосиски и кефир принесла, сваришь, поешь. Завтра буду больше приготовлю. Это кто? Это Костя. Это Костик. Я поняла, что вы Костик. Вы вообще кто? Я? Квартирант. Ты что, квартирант опустил? Я? Нет, я. Так, пойдем поговорим. Сюда иди. Может, и хорошо, что вы с ним поживете. Здрасте. До свидания. Значит так, запомните, у него язва, ему острая нельзя. Да, еще, пить нельзя. Я не чай, естественно, имею в виду, а там водка, вино. Вы сами-то пьете? Ну я что, похож на алкаша? Я не знаю, сначала никто не похож. Да не волнуйтесь вы, я не пью. Ладно, в общем, следите, чтобы он первое кушал. Слушайте, я вас не очень-то помню, вы правда здесь жили? Ну да. Вон там. Что-то не припоминаю. Да я вас тоже. Я маленькая была. Маленькая? Значит так. И увижу в доме карты, я вас выгоню. Поняли? Ты чего так серьезно-то? Он обещал бабушке, маме, теперь мне. В молодости играл. Что, много проигрывал? Не знаю. Бабушка сказала, у него бич. Что? Ну, бич, страсть такая. Понимаете, 30 лет не играет, а все равно карты покупает. Я выкидываю, он покупает, я снова выкидываю, он снова. Так что дома никаких карт. То прибью, поняли? Понятно. Хорошо. Лет коллеги. Потом зайду, конечно. Так вы журналистка. Так, знаешь что? Раз ты здесь у деда торчишь, купи что-нибудь набор, чтобы я с утра не бегала. А что взять? Ну, в смысле, конкретно. Ты что, на борщ никогда не покупал? А что вы там в своей Москве едите? Сосиски. Сосиски? Оно заметно. Ладно. Давай. Значит, буряк возьми, чтобы был темный. Ну и как она? Ничего, симпатично. Да я не про то, что она сказала за то, что поселился. Нет, да мы уже почти семья. Во, на борщ послала купить. Что, вздрай ты? Есть лук, перец, мясо. А какая посвежее курочка? Свежая? Да. Давайте заберем. А почем? 5 рублей. Смотри, договоримся? Да, давай. Ладно. Вес правильно там дали, да? Все правильно. Все. Да, хорошая курочка. Жена будет довольна. Что, уже украли? Ну? Ищите, что-нибудь уже торгу украли за нами.
Дорогу! Дорогу! Спасибо, товарищ. Дальше я сам. Свободен. Здравствуйте, Эмма Исаковна. Здравствуйте. А насыпьте маленький. А ты Валек? Да. Ой, как жизнь? Я тут читаю. У мамки взял. Читаю я. Молодец. А что читаешь? Да там про все читаю. Понимаешь? Да не надо, ну шо вы шо. Спасибо. Вы бы зашли как-нибудь. Там же после вас еще вещи остались. Мы не трогали. Может, что нужное, вы бы глянули? Обязательно зайду. Эмма Исаковна, это что, деньги? Да какие это деньги? Это же старые еще до реформ. Вон, Ванька у замша набирает, а я кулечки кручу и торгую. У Бориса Аркадьевича. Угу. И много у него их? У меня много денег. Я могу купить себе все. Даже мотоцикл, даже я. Да помолчи ты, горе мое. Да я не знаю, может и много. Я уже второй год в них насыпаю. Так вы что, придете? Обязательно зайду. На, почитай. Я там читаю. Да сядь ты, оглобля. Спасибо, прочитаю, обязательно отдам. Отдашь. Отдаст он тебе, отдаст. Туда или то обратно я просто забирай. Ну что ты пристал спасибо. Человеку? Я просто его просто его все попросил. Еще будет он тут с матерью здесь спорить. О, давай сюда. Борис Аркадьевич, да вы просто граф Монте-Кристо. А вы думали замуж? Всю жизнь был старым и бедным? Я был такой богатый, вам за всю жизнь столько не заработать. А сколько здесь? 553 тысячи. Ого! И это не считая мелочи. Давно хотел все это спалить, но жалко. Глупо, но жалко. Ай, такие красивые деньги. Скажите, не то, что нынешние. Их было приятно в руках держать. А как же вас угораздило все это профукать? Как и всем, кому было что профукивать. А наше родное государство тогда устроило такую подлянку, что вспоминать противно. My name is Edward. Enjoy my friends in this world. They give me every day a friend who loves. Кому едем-то? Второй секретарь райкома. Илешка, шутишь? Да нет, правда, дело у меня к нему. Партийное задание. Гонишь? How nice to be required by all, but do not have no sight. It's happiness, you take it all, to smile and be all right. To smile and be all right. To smile and be all right. My name is Edward. Enjoy my friends in this world. Эй, только не уезжай, я быстро. Костя, так мне же... Дождись! О, молодец! Явился пропасть. Здрасте, Алексей Петрович. Да не разувайся, Женька на даче, так что плацдарм очищен от врага. Заходи, познакомлю тебя с нашим малым совнаркомом. Вот, товарищи, знакомьтесь. Константин Волошин, наш человек. Здравствуйте. Да не тушуйся, Константин, тут ребята все свои. Сергей Николаевич,
Да поставь рюмку, ну вцепился в него, как тигр в мясо. Давай, здоровайся с молодежью. Мамаев, Костя. Гроза всего преступного мира. Но для нормальных советских людей вот такой мужик. Вознюк Александр Степанович, директор райпродторга. Очень приятно. А нам всем с ним приятно, он на дефиците сидит. Он же кормилец наш, Сашко. Если кому поесть с душком, в смысле с душой, так это к нему. Ну, садимся, товарищи, садимся. Садимся. Вы не смотрите, что он молодой. Он меня в поезде так обчикал, что я вас умоляю. Не, ну ладно, 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 не прибедняйся. Знаем мы вас, московских. Но смотри, Константин, сегодня здесь такие хлопцы собрались, что тебе будет мало места. Ну что, хлопцы? Сначала. Константин, ну, Константин. Что ты вообще считаешь? Проверяй, ну проверяй. С тебя 70, проверяльщик. Че 70? А 50, и мне еще 20. Не хватит. Не морочь голову. Получите. Ну, как вы спелись с полковником, а ты посмотри. Да толку, Алексей Петрович. Будет реформа, и миллионы превратятся в фантики. Какая реформа? Денежные. Как в 61-м году. Так что главное успеть вовремя все потратить. Подожди, что за реформа, Касатин? Ну как? Согласно постановлению ЦК по борьбе с хищениями. Вы что, ничего не слышали? Ну, скажи, послушаем. Я сам подробностей не знаю. Ну, так отец кое-что рассказывал. Ну? Ну, что деньги менять будут. Ну, там какие-то серьезные экономические обоснования, но... Но главная задача — нанести удар по теневой экономике. Папа говорит, это Юрия Владимировича идея. Андропова. Там специально поставлена задача не доводить информацию на места. Ну, чтобы ударить внезапно. Ну, чтобы теневики не успели реализовать накопившуюся денежную массу. Вы знаете, я как экономист... Не, ну, в будущем, конечно. Я считаю, что это очень эффективное решение. Смотри, чекист, да? Лифт придумали. Угу. А вы что, правда ничего не слышали? Не, ну... Ну, что-то мы слышали... Когда они думают это ударить внезапно? Я точно не знаю, но отец говорил, до Олимпиады точно. Меньше года остался. После Олимпиады. Завтра аккорд сдавать. Извини. Держи. Мне? За что? За то, что мопед охранял.
пошел ты. Эд, расслабься, игра была. Твоя доля. Игра? Лови! Стой! Догоняй! Стой! Костя! Костя! Ну подожди! Свыше 2000 тонн чугуна, выплавленного на Хабаровском заводе от отопительного оборудования. Борис Аркадьевич, есть дело. На 100 миллионов. Сядьте. Покушайте борща. Я серьезно. У меня деловое предложение. Сыпьте пока горячее. Кстати, вы не взяли сметаны. Ну, мальчик, когда приготовила жоп, без сметаны можно. Борис Аркадьевич, вы что, не слышите? У меня гениальная идея. Что вы дергаете? Когда человек кушает. Что вы такого придумали, что вы так колотитесь? Все гениально и просто. Деньги ваши, идеи наши. Костик, вы знаете, что вы сумасшедший? Почему? Почему? Потому что это в голову не лезет, такая наглость. Вы что, правда думаете, что кто-то на это поведется? А почему нет? Почему нет? Потому нет, что это такая наглость, что вы придумали. Это несусветная глупость. Черт. А может, это и сработает. Я знаю. Но если все правильно устроить, может, и... Уверен, сработает. Борис Аркадьевич, ну вы же здесь совсем скисли. Ну, решайтесь. Скажите, Костик, а вы с этой глупостью пристаете именно ко мне только потому, что у меня чемодан бесплатных денег? Вы же знаете, деньги здесь не главное. А что здесь главное? Ваша голова. Черт. Тогда слушайте сюда. Во-первых, нам нужно солидное учреждение. Mm-hmm. И это только раз. Mm-hmm. Я всего лишь уличный повеса, улыбающийся встречным лицам. Я ношу цилиндр не для женщин, с глупой страсть. Nous avons demandé de jeunes femmes.